Свежий воздух, пение птиц и поэзия – все эти прелести жизни в ивановских парках. Активисты общественного движения «Земский собор» перенесли строки великих русских лириков на асфальт парковых аллей. Теперь можно не только гулять, но и приобщаться к прекрасному, читая под ногами бессмертные строки Роберта Рождественского или Сергея Есенина. Посетителям парка такая нехитрая просветительская идея пришла с по душе. Мы приехали из Костромы, то есть с родителями, у нас похожий парк есть, и очень здорово, вот, то, что мы шли, вот, стихи такие, у нас, то есть, такого нету. Очень здорово то, что написано это.